Всем привет! С вами Александра и Никита. Мы живем в Южной Корее. Вновь мы хотим вас познакомить с одной корейской едой. Сегодня с Никитой мы будем есть креветки. Не просто запеченные креветки, а креветки в соевом соусе. Никита, давай обедать? Не. Давай! Давай! Сейчас Никита откроет креветки, и мы вам покажем креветки в соевом соусе. Вот они какие. Никита, давай накрывать. Давай накрывать. Приготовлю яйца. Яйца сделаю глазурью. Никите такие яйца очень нравятся. Это уже готовые яйца я перекладу. Вот какие красивые яйца у нас получились. Какой сегодня стол у нас получился? На самом деле сегодня очень простой стол. Вот наши креветки в соевом соусе. Рис. Ким и яйца. И это все. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Никита, могте? Не. Машки могаю? Не. Маши сылька? Не. Могу вас? А не, вот это на ваше тайсу. А, у маду атика, могу вас? Не. Чай, кынгали могу ба? А, мам, где ты? Кенчана, не габо. А, у мая. 고마워. 만 이걸요. 이걸로. 왓 какая креветка. Эти креветки мы купили, когда они еще были живые. Замариновал в сое мой муж. 그냥 간장 주면 그냥 껍질 먹어도 돼요? 글쎄 아닌 것 같은데. 껍데기 빼야 돼. Их заливать не просто в соевой соус, а сою кипятят на огне, готовят специальный состав. Мой муж мариновал, меня не было дома, поэтому я точно не могу сказать. Мори дымовая, да? Не. Попробуем. Вкусно, Никитось? Вкусно. Кучи. Канду так манне? Нет. Соя такая не просто соленая, а солено-сладкая. Динар. Дебагида. Вкусно? Вкусно. Иди бонга. 이 새우살이 탱탱하면서 그렇게 짜지도 않아요. 딱 맞아? 네. вот я её очистила от шелухи. Вот такая у нас креветка. 따다다단. 지금 밥하고 같이 먹어볼게. 네. 우와. 달랑달랑. 초밥 만드는 거야? 네. 그럼 엄마도 초밥. 이렇게 초밥. вот какие суши у нас получились. 먹어보겠습니다. 니기토스 очень вкусно. очень вкусно. 아빠 너무 맛있어요. 너무 맛있어요. Вообще креветки в своем соусе очень любят дети. 이번에 새우밥. Если у детей нет аппетита, вот кашу такие креветки они едят с удовольствием. Попробую только сою. Какая вкусная. Никита, 다른 반찬도 필요 없어, 그치? 네. 간장 소스 먹기 잘한 것 같아요.
Ну, кимчи-то пере없어, 그치? 네. Вы даже забыли про ким. Ким. 밥을 여기다 넣어줍니다. 김. 김. 해서 간장김. 김하고도 맛있어? 네. Чтобы Никите было удобно есть, я заранее все почищу. Что это такое, Никитоль? Нунарио. Нун. Нунун росе малю. Глаза. Ара? Не. Уа. Ко. Нос. Ип. Рот. Сон. Хэнд? Сам ты хэнд. Рука. Рука. Вику чекингу катэнде. По-моему, самая большая креветка. Максим. Никитосик почистил. Спасибо, Никитоша. Ладно. 1 килограмм таких креветок стоит примерно $24. И мы посчитали, в килограмме было 33 штуки. Вот, самая большая и, наверное, самая вкусная. Мама, держите. Да. Тон шикке? Да. Туачука? Ну, чем сеугау сауну가요? Да. Покосунка. Да, все, мы почистили креветки, а теперь будем спокойно есть. У манен папибилаго. Что-то. В кашу я положу ганджан, сою. И ганджан и чачпионы, действительно. Ганджан-геранбам. 참기름도 넣을까요? 참기름도 넣을까요? 참기름도 네. 넣자. 우와. Если вы в кашу добавите немного кунжутного масла, будет еще вкуснее. Вот какая каша у нас получилась. Масикетё? Не. 여기다가 밥을 올리고요. 이제 새우. 와, 김하고 먹으러 하겠습니다. 저 먼저 머리부터 새우. 아니, 진짜. 웃으 у него. 이제 너 새우야. 엄마 여기다가 네? 원래 간장 새우는 머리가 제일 맛있는 거예요. 머리가 어떤 맛이에요? 머리요? 그냥 내장이랑 그런 게 다 들어있잖아요. 그러니까 뭔가 좀 고소해요. 이걸 싹둑 싹둑 이렇게 해서 싹둑. 이제 이렇게 새우 뚠뚠해서 진짜 맛있어. 네. 맞아요. 새우는 살이 있어야 맛있어. 살 없으면요 맛없어요. 자, 봐봐요. 밥 있죠. 밥 해요. 여기 위에 이제 새우. 여기 위에 이제 김.
Блюзон? Я посмотрю. Вам все равно увязан, да? Что-то... Нокирани налаганда. Юраке. И тоже все перемешать. Я так не могу. А как, Никитос? Канжан, здесь, гунжай. И все. И так, и так. Вот и так. Бабиран, сеуран. Хабу. Дядя, амулька. Анжай. Вот и вот. Ким. Ну? Ва. Тебалла. Вкусно. Боли는 입으로 뜯어야 돼요. 이렇게. 이게 진짜 소리. 침 떨어져. 우리 아빠가 진짜 요리 잘 하신다, 그치? 그건 맞아요. 여기 이렇게. 봐봐, 간장 다 떨어졌죠? 네. 이럴 때 이제 돌려서 헛. 왜 안 돌려줘? 새우가 수영하는 거야? 네, 수영. 간장 바다에? 네. летняя креветка. 안녕. 엄마 뱃속으로 제가. Вот какая вкусная ложка получилась. 뭔가 들어갈 수 있어요? 나 도전. 한 입. 한 입. 이건 정말 맛있는 한 입 됐어. 이렇게 먹는 게 제일 맛있어. 어머니 완성. 지금 아직 노완성. 지금 그냥 이렇게 먹을게요. 안 짤 거예요? 네. 대박이에요. 마지막 숟가락은요, 간장 이 정도만 넣어줘요, 이 정도. 네. 넣어주시고요. 이제 해변에 시켰던 이 새우 투하. 이제 이걸 이렇게 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 됐어요. 이제 이걸 꺼내줘. 여기 이제 밥을 이렇게 풉니다. 펐죠? 네. 이 위에다가 이제 새우. 오. 여기다가 이제 김. 간장에다가 해서. 맛있죠? 네, 짜지도 않아요. 마지막에 물. 와, 완벽해요. Сегодня с Никитой мы кушали креветки, маринованные в соевом соусе. Было очень-очень вкусно. Спасибо моему мужу. 와, 감사합니다. 아빠 최고예요. 최고예요. Всем большое спасибо. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну и до следующего раза. Всем пока!